Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и это очередной выпуск 10 на 10 Christmas версия. И только посмотрите, кто сегодня у меня в гостях. Еще одна Катя. Катя Клэп, представляете, да? Как тебе вообще, волнительно начинать 10 на 10? Да, потому что здесь еда, и я уже хочу есть, у нас 10 минут, чтобы потасклеить и сожрать. Да, друзья, сегодня в выпуске мы будем готовить этот пряничный домик, говорю очень быстро, потому что у нас всего лишь 10 минут, чтобы все это собрать, все это украсить, чтобы все это попробовать и съесть. Да, я думаю, что мы можем уже начинать. У нас есть такая небольшая инструкция. Первое, что нужно сделать, это наложить вот этот вот квадратик, да, на котором мы все будем делать. И также у нас есть такие кулечки, короче, с глазурью. Когда мы все забабахали, и сейчас мы все это будем пытаться склеить. И ты чувствуешь себя строителем уже? Да, режь эту пуповину нашего вкусного обеда. Боже мой, да. Раз, два, три. Ладно, окей. А я пока рассказываю, кто не знает, что такое 10 на 10. Это видео, которое длится по 10 минут, которое мы снимаем на протяжении 10 дней, выкладываем без катов, без монтажа, и это самое сложное. Так. Слушай, у нас 10 минут. Еще рассказываешь, что все знают прекрасно, что 10 на 10. Быстро за 10 минут все сделали, получили удовольствие, кликнули лайк, подписались, там это актив, позитив. Ну, вот, все понятно, вот человек знающий, сразу видно. А я чего, просто так, что ли, пришла? Я как бы изучила процесс, вот я пряники, правда, не знаю, как делать. Но... Ты когда-нибудь, да, кстати, вообще делала? Нет. Это так волнительно, ничего не стоит, кажется, помогай. У нас проблемы. Так, давай я сразу буду в следующем классе. Мне кажется, мы не успеваем. Нет, трясутся руки, можно я? Да, конечно, все, тут все можно. Ты когда-нибудь делала пряничные домики вообще? Нет, оно почему-то с другой стороны. Так, я помогаю пока процессу, потому что я еще хочу успеть это все кусануть, если честно. Слушайте, это тоже мне очень интересно. А еще у нас есть всякие украшалки вот с этой, вот эти вот всякие там... Как они называются? Орешки, не орешки, маршмеллоу. Но, блин, мне кажется, у нас что-то кривенько пошло, но ничего. Все хорошо. Да. Вот, я поняла сложность. Это вырезать нельзя, да? Нет, нельзя. Блин, вот сюда давай, ты, короче, держи, а я здесь подклеиваю, потому что, мне кажется, вот тут вот тоже нужно. Лучше бы ты Молдаванину позвала на съемки, а не Катю Клэп, тебе бы лучше бы дом построился. Ох. Так. Эти шутки. Сейчас. Все, так, елка, это что, она должна стоять я где-то рядом? Вообще, по идее, кстати, в инструкции написано, что мы сначала должны украсить дом, чтобы он подсох. Блин, Кать, что-то не помещается. Держу. Дай, давай, я туда впихиваю его. Сейчас почти впихнула. Мы должны были сначала, короче, украсить дом, ну плюс-минус. О, он даже держится. Офигеть. Я в шоке. Так, давай крышу. Да, ничего. Вообще, вот в этой штуке здесь сахарная пудра, белок от яйца. И... То есть это сырое что-то? Нет, все хорошо, все под контролем. Отлично. Нет, все так. У нас... Только я не знаю, правда, какой стороной. Неважно, уже просто клеим. Креатив. Сейчас, знаешь, сверху шато какое-нибудь сделаем поперек. На самом деле была еще идея, чтобы мы делали это закрытыми глазами, поэтому у нас еще все... Все у нас хорошо. Чего? Это не самый худший вариант, что мы могли делать. На самом деле я тоже первый раз делаю пряничный домик. Это очень волнительно. Нет, клеит. Чисто, я многофункциональный человек. Кате делают домик, да, всем спасибо. Да, так как у нас Christmas выпуски 10 на 10, мы каждый день в течение этих 10 дней делаем что-то... Не смотри, делай! Хорошо, связанное с Новым годом. То есть мы запаковываем подарки, там все дела, делаем домики. Ну, все по красоте, новогоднее настроение, я думаю, мне кажется, там... Должно уже у всех появляться, у нас уже все в этой глазури. Это так должно быть, это задумка. Подожди. Ты что, не знаешь, что такое Артемий Лебедев, он делает тоже креативный... Что это? Я не знаю. Катя, хватит смеяться. Клей. Вот, понимаешь, я самую страшную сторону так назад поставила. Клей, пожалуйста. Хорошо, я буду... Ладно, я как бы, ну, ты понимаешь, да. Сейчас, мне кажется, я не той стороной это приклею, но... Друзья, если вы делали когда-нибудь домики, а кто-то, прикинь, печет, короче, самые тимбирные печеньки. Это мы, типа, на всем готовом, да? Ведь кто-то это пек и думал, что из этого получится что-то хорошее, красивое. Простите, а вот мы здесь 10 из 10, и наш домик даже 10. 2 балла не получит, да? Нет, смотри, ну красота, то просто. Тут щель. Ну просто со стороны немножко у него поддувает, но так-то все хорошо. Поддувает! Маленький такой. На самом деле оно стоит даже. Оно немножко неровное, но оно стоит. Плюс-минус все хорошо. Все. Да все хорошо. Так, что ты начинаешь? Я уже в этом деле как бы спец. Я предлагаю еще... А у тебя, да, все, финиш эта штука. Неважно. Так, у нас остались люди, и надо, знаешь, что обычно, когда у тебя что-то плохо. Нет, подожди.
Это не поможет, Катя. Это не так работает. Выпечка нет. Нет. Надо просто бахнуть что-нибудь красивое туда сверху. У вас есть блестки? Я вижу, конечно, есть вкусняшки всякие, но... Подожди, что ты делаешь? Пошло украшение. В смысле, что я делаю? Я красоту добавлю. Ладно, я не осуждаю видение художника. Каждый видит так, как может. Если прет, то прет. Надо делать. Я не знаю, что в них комментирует ситуация. Ну, красиво, красиво, я хорошо. Я делаю, понимаешь, по инструкции. Нет, это в инструкции было написано? Нет, скажи мне, пожалуйста. Катя, ты меня тоже решил украсить? Нет. Знаешь что? Знаешь что? Можно вот так вот украсить я, да, меня и дом. Все. Подожди, пожалуйста. Слушай, все распадается. Зачем ты это делаешь? Просто ешь это. Не надо, кому ты что рассказываешь? Так, я помогаю, ладно, держу. У нас еще мужчины и женщины без нарисованных глаз, да, я уже. Блин, а как? Все плохо, хочу плакать, я не могу, это слишком сложно. За 10 а можно монтаж, пожалуйста, нам сюда включить? И мы все как бы в этой глазури, да, чтобы вы понимали? Короче, давай просто так его поставим, неважно, как красиво-некрасиво, просто чтобы стояло. Я понимаю, но он не стоит вообще никак. Нет, надо просто больше-больше глазури. Больше глаз. Нет, ну пожалуйста, мы правда стараемся. Так, черт, блин, я же думала... Несите чай. Я, кажется, нашла всем перекус. Это не дом. Ну, давай, все, чуть-чуть осталось. Я прям сейчас... Давай, держи эту стозу, я буду... Я держу. Мне нас чешется. Может быть, 20 на 20, а, друзья? Что-то у нас это не идет. Ну, я хорошо в другую сторону приклеила. Это халупа, а не дом просто выходит. Блин, я про дочь хочу, чтобы он получился. Ребята, напишите мне в комментариях, хотели бы вы отведать этот дом? Давай, и просто вот сюда приклеивать. Да, да, тут дыра. Во, стоит, все хорошо. Это потому, что я его держу. Так, окей, знаешь, делай что-нибудь. Зашараш. О, боже, сейчас все будет опять плохо, ладно. Все по новой, я же делала уже эту тему. С другой стороны. Знаешь, там можно просто елочкой прикрыть. А ну не с головой, Катя. Она не стоит. Что не с головой? Крыша. Неважно, зачем? Я просто облизываю пальцы, сделаю вид, что мне весело. Пожалуйста, это не так должно было быть. Подожди. Все очень хорошо. Правда, все замечательно ты делаешь. Так, давай украшать. Украшение всегда помогает. Знаешь, вот блестки кинул, и все получше стало. Какие блестки? Любые. Я уже не знаю, как тебе помочь, я сама в депрессии. Блин, мне кажется, нужно было больше этого соуса, не соуса делать. Да, короче, хорошо. Соус. Представляете, ребят, на самом деле это не сахарная, короче, а майонез. Вот. Кирпичики пошли. Слышишь, кирпичики? Это кирпичики? Нет, тут кирпичики. А, тут окошки. Кошки? Да. Что? Кошки. Кошки. Я отвечаю. Окошки, господи, я глухая. У меня же вот эта хрень на голове. У нас же новогоднее настроение, господи, я глухая. Такое новогоднее настроение, прям чувствую вот сейчас. Раз, раз. Замечательно, ничего не приклеилось, Катя, вообще ничего. Да. Это просто, что Катя с другой стороны сзади так его поддерживает, что типа у нас все состоит. Каждый нуждается в поддержке, ребята. Лайк, между прочим, под видео. Я знаю, что Кате не нравятся эти, что это такое, орешки, но ты понимаешь, что тут как бы украшение все идет, тут очень надо все. Да, вот теперь я согласна. Лишь бы что, знаешь, вот можно даже человека сверху положить и сказать, не заходите сюда. Пожалуйста, давай, короче, у нас осталось... Я не знаю, сколько у нас, 2 минуты осталось, 1. Чего? Нам нужно, понимаешь, где? Я рисую, короче, ему глаза, я не знаю. Так, поняла. Знаешь, что надо как в Симби вот так вот на голове прочертить ему? Какой? Боже, кто это? Это какой-то гуманоид. Давай второго человека ты оформи. Чисто новогоднее настроение с Касей, Адушкиной и Катиковой. Всем спасибо, заходите, подписывайтесь на канал, мы подарим вам все самое лучшее. Если вы хотите вот когда-нибудь научиться готовить, то я не рекомендую вам сейчас заходить. По человечка. Что это? Я не хочу, я не знаю, что это. И ты потом спрашиваешь, что у меня с человечком. Ребята, все же классно, просто дайте мне сделаем галстук. Подожди, какой галстук? О, короче, знаешь... А какой он мужчина? У них вот тут дорожка, видишь, идет, короче, типа снег лежит. Видишь? Посмотрите, пожалуйста. Вот я хочу сейчас повторить вот это, да? То есть под домом дорожка, видишь? Ага. Угу, я знаю, куда деть просто вот эту тему. А ты не хочешь повторить вот такой же ровный дом, нет? С красивой крышей. Подожди, тут у них дорога, короче, идет, типа снег. Короче, тут вообще не важно, в каком месте глазурь, понимаешь? Фишку. Типа просто фигачишь ее и типа это снег. Зашибись. О, у тебя даже шорты получились. Нет. Нет.
Что? Ты тоже испачкала? Нет. Так, ну ладно. Все, ты что? Знаешь, у нас все под контролем. Короче, я не знаю, что случилось вот с этой штукой, конечно, у тебя, но я делаю, что все типа так надо. И типа вот я просто как... Я его убила, мне кажется. Нет, нет, все хорошо. А у меня снегом завалило ее. Ну я как бы, ты же понимаешь, я продолжаю. Фу! Не жалко, давай сделаем волосы, подожди. Катя, время закончилось. Это типа кудряшки, да, такие? Да, у него бигуди, кудряшки и прочее. Короче, я предлагаю просто сделать как можно больше, да, новогоднего настроения. Просто сделать вот так. И не поворачивать его ни в коем случае. Тут просто... Тут вообще, типа, там все очень плохо. А у тебя будет в конце монтаж такой, типа, знаешь, блестки, такой все красиво, вау. Ну да. На-на-на-на, идеальная жизнь блогеров. У-у-у, да. Смотрите, какие мы аккуратные диайвайщики. Диайвай, прям мое. Друзья. Давай, я не знаю уже, что с этим делать, чтобы вот нормально все было. Я знаю. Заваривай чай. Вот, я с этой стороны даже украсила, чтобы понимать. Короче, я считаю вообще, на самом деле, что вот главное, чтобы это... Что такое? Спаси ее от мучений. Просто съешь. Хорошо. Друзья, мы как бы... Мы не старались, ребят, на самом деле. Мы просто вот так вот сделали. Нет, это не максимум наших возможностей. Вы что? Нет. Мы даже теперь не понимаете, парились. Почему мы не снимаем DIY с этим телом. И кукинга тоже как бы не снимаем. Мы попытались, вот что. И дома мы не строим. Да вообще, мы как бы, мы просто блогеры. Ну, в любом случае, надеемся, вам понравилось это видео. То есть ты откусил руку, это не смешно, типа, я откусил голову. Господи, какая ты кровожадная, Катя. Обожаю логика. Все, 10 минут закончились. Ну, друзья, ну мы правда, я не знаю, что это такое. Но должно было получиться таким. Оно не получилось вот таким. Это вранье, это фотомонтаж. Фотомонтаж. Мы надеемся, что мы подарили вам новогоднее настроение. Я надеюсь, что вы сейчас пойдете тоже в магазин и купите домик. Мы все уже понимаем, у нас и... Что это? Прекрасно, я думала, я одна заляпалась, нет? Нет, все хорошо, у нас тут... Ну, в принципе... О, с этой стороны... Смотри, что-то вылетело со свистом просто. Если с этой стороны посмотреть, то мне нравится. Ну, просто лучше, чем с этой. Просто в эту лучше вообще не заглядывать. Ну, мы вас любим, там, целуем, все дела. Любите нас за то, какие мы есть, у вас талантливые. Да, блогеры, они как бы, ну... Везде. Они созданы поднимать вам самооценку, ребята. Ладно, хочешь что-нибудь сказать уже напоследок, пожелать хорошего Нового года, хороших домов? Там, конечно. Берегите близких и любите их. Теперь они оба уроды такие, смотри, они идеально подходят друг к другу. А до этого такие красивые были. Не могу. Да. Так что, ребята, с наступающим вас. Новогоднее вам смотрите, настроение. Блин, типа это забавно, действительно. Почему у тебя нет руки? Все хорошо, все хорошо. Настройки потеряла. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Ну вот и все, это было все. И всем пока-пока. С наступающим Новым годом. Слушай! Что? Один вид. Ты с меня будешь. Ну я просто вот так. А я думала, что я смотрела, что ты... Я так хочу поймать свой...